Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу о том, как можно поменять привод замка капота переднего автомобиля Славута. Это относится к автомобилям Таврия Дана, Таврия Нова. В прошлом видео рассказывал, как можно открыть капот переднего автомобиля, если у вас порвался тросик. В этом видео расскажу, как его заменить. У меня есть новый тросик замка переднего капота с рукояткой. Рукоятка бывает стандартная, бывает усиленная. У меня усиленная рукоятка. Теперь необходимо это все дело поставить на автомобиль и проверить, как он работает. Займемся этой работой. Для начала необходимо снять старую ручку, если она у вас еще не отломалась, с шпилечкой, которая крепится к уху приваренному корпусу. Это было дело. Вот так оно вставлялось. И здесь был закреплен проводок, который находится в кожухе тросика. Сняли это все дело. Там все понятно и доходчиво. Делается легко, элементарно. Теперь необходимо к моторному отсеку обратиться и сделать работу там. Теперь берем тросик, который заходит внутрь сюда, и вытягиваем его из корпуса, ослабив немножечко его, подтягиваем на себя, снимаем. Здесь есть крепеж, который крепит оболочку тросика. Выводим его из этой оболочки. Таким образом, раз, и вынимаем концевик. Такой. Все, в принципе, тросик свободен. Теперь необходимо вытянуть оболочку. Можно внутрь, можно наружу. Но лучше внутрь. Вытягиваем тросик, потянув просто его за оболочку. При этом нужно посмотреть, что здесь есть отверстие в раме, куда он проходит. И отсюда поправляем, если зацепится. Вот видно, кончик зацепился, немножечко можно отвертку его править. Еще уплотнительное резиновое кольцо есть, но я уже снял в прошлый раз, когда менял замок. Вот он, отверстие, и вот концевик. И теперь можно потихонечку запомнить местоположение, как шел тросик, и вытягивать его из корпуса. Вот здесь мешает оболочка, тоже надо аккуратненько его продеть. И берем новый тросик. Не забываем, что здесь есть специальное отверстие для того, чтобы сюда запустить этот тросик, потому что будет большой перегиб, если пустим его рядом где-то. Запускаем конец тросика в это отверстие. Он легко проходит, пластмассовый концевик. Немножечко сопротивлением. И после этого пропускаем его здесь за рулевой балкой до отверстия, которое находится в кузове автомобиля. Продеваем за проводами. Вот он, свечок. Слегка подтягиваем и выводим в отверстие моторного отсека, стараясь не повредить провода, которые здесь очень много. Ничего не оборвав. Вот тросик вышел в моторном отсеке. Также аккуратно его
пропускаем возле всех газопроводов, чтобы ничего не повредить. И аккуратненько, с небольшим загибом, запускаем его до замка капота, стараясь не допускать сильных перегибов, потому что может в том месте он не работать потом. Вот мы уже у замка. Теперь необходимо ставить в это отверстие концевик, слегка подтянуть центральный провод, проволоку, и завести эту проволочку в держатель оболочки. Вот он таким образом. И слегка подтянуть пластмассовую часть, чтобы она стала на свое место. Все, здесь работа сделана. Теперь необходимо перейти в салон и приступить к установке ручки. Теперь берем тросик, который был здесь. Подтягиваем. Заводим оболочку. Специальный выступ, который есть на кузове. Вот ручка замка установлена. Вот так вот она выглядит, все это хозяйство. И тяга работает. Теперь можно пойти в моторный отсек и посмотреть, как работает замок. Вот так работает замок. Видно, что полностью уходит язычок внутрь. Теперь затянем хорошо шпильки на замке. Эту и эту, потому что от них тоже зависит регулировка замка и его работа. С большим усилием, но чтобы не сорвать шпильки. Это замок очень ответственное место. И шпилька есть на одну сторону, поэтому приходится затягивать второй контргайкой. Не знаю, как здесь обойтись, потому что шпилька вварена в корпус. Если у вас какие-то есть предложения, посоветуйте, как из этой ситуации выйти. Теперь все готово, можно попробовать закрывать капот и посмотреть, как он работает. Защелкивание происходит плавно. Пробуем открыть. Открывается легко и без проблем. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как можно поставить, поменять тросик замка капота переднего на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Таврия Нова, Дана. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.